Всем привет, дорогие друзья! Большой привет из Грузии, из Батуми и уже из новой гостиницы Евроазия. У Оксаны с Юрой гостиница Евроазия. Они здесь были, изначально жили. А номера здесь от 2500. Вот у меня этот номер стоит 210 лир. На 24 нужно умножить, но где-то там 2700 что ли в сутки. Сейчас покажу вам номер. Сегодня, как всегда, день с нами. Идем на пляж, гуляем. Сегодня такой у нас бесцельный день отдыха. Целый день отдыха. Это у нас вид из окна. Здесь маленький дворик. Большой балкон здесь. Большой балкон. И, собственно говоря, сама комната. Комната просторная. Хватает на место на меня на одну. Это точно. Есть зеркало, ну, шкафчики, соответственно. Здесь шкафчик, холодильник, он рабочий, два стула, очень красивое здесь покрытие на полу, плиточка, большая кровать, две тумбочки, тапочки тоже здесь, кстати, выдают. И вот такой вот шкаф, в шкафу вешалки такие. Вот, ну, собственно говоря, знаете как? Ну, я уже пожила все-таки, да, вот в Большой башне, да, конечно, там вид, но, извините меня, 2700 и 7000. Мне кажется, разница очень большая все-таки. Ну, за 2700 здесь можно 3 дня как на 7000 жить. Поэтому неплохо. Значит, ну и душ, вот по ступенькам нужно здесь подняться. Вот такой вот душ рабочий, проверяла, сейчас все нормально. Зеркало тоже есть, шампунь, есть мыло. В общем, как-то так. Как-то так. Я сегодня, знаете, как с утра еще еле-еле глаза открыла, как на пьедестал туда. С этих ступенек чуть ли не упала. Все, сейчас идем завтракать и на пляж. Вот такой вот завтрак здесь. Кофе есть хороший, Gold, кстати, в отличие от моей гостиницы, в которой я жила. Печеньки, дынька, арбузик, вообще, ну, хороший завтрак. И помидоры, огурцы, сосиски. Помидоры, огурцы, сосиски, хлеб, сыр, яйца. Собственно говоря, вот такой вот завтрак. Юра вам рассказывал про эти теннисные столы, что можно поиграть. Ему это очень нравится. Не, ну так вот я среди каменных вот этих вот высоток. Здесь уютненько, потому что небольшое помещение. Ну, в смысле, небольшое здание. Все есть. Вот он, Сарпи. Вот он, Сарпи. Сарпи — это такой район промежуточной границы с Турцией. Вот это вот уже граница с Турцией. Там уже все турецкая земля. А здесь у нас еще пока что грузинская земля, Батуми. Здесь уже довольно-таки много машин стоит для того, чтобы перейти границу туда, переехать. Ну, а мы приехали сюда на пляж. Нам сказали, что здесь чистейшая вода. Мы сейчас с вами пойдем посмотрим на чистейшую воду. Ну, виды отсюда открываются вообще просто фантастически. Так, у кого же брать лежак? Вон там я вижу два свободных лежака. Иду туда. Мне вот, знаете что, всегда интересно, а как вот морская граница? Ну, то есть, как бы вот здесь вот граница, ты перешел, все, ты в Турции, да? Тоже, да чего ж красиво. Природа здесь вообще просто фантастическая. Вот, а как по морю, интересно, граница? То есть, ну, как бы там же вот никакие корабли не стоят. Если ты переплыл, ты уже вроде как в Турции, если ты уже переплыл. Как вот это вот все регулируется? Непонятно. Ну, следят, то, что следят-то, это ясное дело, что следят. А как следят? Здесь есть эти переодевалочные кабинки, а вот душа я здесь не вижу на пляже. Души, наверное, скорее всего, нет. Но вода, я уже вижу, что здесь вода кристально чистая. По сравнению с тем, что у нас там вода такая прям вся. Здесь вот зонтик, вот шезлонг. Сейчас я... Придет он, наверное, сам за деньгами, если я сюда положу сейчас. Положила сюда. Так вот. Так. О, вот это красота!
Слушайте, вот это красота, вот это я понимаю, вот это счастье. В общем, людей здесь немного, лежаков здесь много, вода здесь чистейшая, виды красивейшие. Что еще надо, ребят? Да ничего, просто ничего. Я фантастика. Вот здесь прям купаться одно наслаждение. Так, ну что, господа, готовы? Готовы. Идем заходить с вами в воду. Воду. Боже мой, смотрите, кристально чистая вода, виден каждый камушек, вообще ничего мутного нет. Так, сейчас ныряем. Слушайте, а это мне Оксана говорит, там пограничный катер вон там стоит. Мне, конечно, не верится, но так, когда заходишь, немножко все-таки такая... Поплыли. Счастье есть. Его не может не быть. Вот здесь можно купаться вообще целый день. Целый день ни о чем не думать. Целый день наслаждаться природой и красотой данного места. Вообще фантастика. Когда Юра говорил, что здесь... очень хорошо в Грузии. Вот первые какие-то впечатления у меня были не очень. А сейчас посмотрите. Посмотрите, какой вид в округе. Он прям вообще, вот знаете, это захватывает. Просто захватывает. Посмотрите. Прелесть какая. А проехать надо всего лишь от нас, от нашего района сюда 10 минут. Но поселиться, я думаю, скучновато, потому что вечером все-таки хочется... пойти на прогулку в Батуми, погулять. Батуми удивительная красоты город. Мы первые два дня ничего не видели из-за дождя. А вот сейчас уже посмотрели, какой же восхитительный парк. Помимо парка, набережная. Такая набережная, вообще шикарнейшая просто. И самое главное, что по деньгам здесь получается гораздо дешевле, чем, допустим, ехать к нам отдыхать куда-то на Черное море. Здесь Черное море, у нас Черное море. Но здесь цены фантастические. Цены фантастические. Еда вкуснейшая. Люди добрые. Там опять под последним видео комментарии какие-то вот эти вот понаписали. Там флаги просто люди с собой какие-то привезли. Говорят, кто вам не дает там, допустим, флаг с собой привезти? Я вообще не понимаю вот это вот... Обычные люди, понимаете, обычные люди, все хотят мира, обычные, самые обычные люди. А вот решения принимают, к сожалению, необычные люди. И поэтому происходит так, как есть. А все люди хотят жить в мире, купаться, наслаждаться, петь, плясать, танцевать, жить. И получать неимоверное удовольствие, понимаете? Смотрите, здесь как в Мармарисе, вот такая же зелень буйная растительность. Но я все-таки... к катеру поплыл. Юра поплыл катер. Что ты хочешь у катера спросить? У катера ничего, я хочу... А что ты хочешь там рассмотреть? Политическое убежище. Ну, ты думаешь, что это Это военный. Ну, это пограничный катер. То есть вот если ты туда заплывешь, что он за тобой поплывет? Нет, я вот все время думаю, что как вот эта вот граница морская. Морская граница, каким образом она... Я ни разу еще не пересекал. Границу вплавь. По воздуху пересекал. Слушай, я помню, вот эту историю пересекал. Рассказывали. Мужчина хотел в советское время из Союза удрать. И он что-то плыл там, очень-очень долго плыл. Чтобы переплыть границу, там его уже истощенного, до Австралии он плыл. Каким-то образом, я просто не знаю, как он там до Австралии плыл. Ну, как-то он плыл. До Австралии тяжело доплыть. Но его не выпускали тогда, в то время. А сейчас просто кайф, кайфушечки. На том пляже
На городском я рыбок видал, а здесь интересно, увижу или нет. И здесь увидишь, надо очки просто было взять. Сейчас посмотрю. И здесь этих нету, нищих, которые там ходят постоянно. Вот это все и нищие, и все вот эти вот круги. Но я смотрю, сейчас женщина одна с малиной проходила. Сказала, типа, берите сейчас, потом не будет. Там я вижу. Малину, а я так думаю, что... Да здесь вообще кристально там чистая вижу, вода, а здесь вижу. Видно все. А там я камни... На городском пляже я камни не видел, а рыбок видел. Ну вот смотрите, хочется успеть все. Хочется в каньон съездить тоже, допустим, завтра. А завтра у нас, наверное, последний день. И хочется накупаться тоже. Русалка моя, заходи. В том числе. Поэтому прям... Русалка моя, не знаешь... Заходи. Не знаешь, что делать. Причем, знаете что? Меня многие спрашивают про часы, почему я с ними плаваю. Часы Samsung Galaxy Watch Active 2. И в них можно плавать, нырять нельзя. Нырять на глубину нельзя, плавать можно в соленой воде. И самое, что интересно, вот я сейчас плыву, а они фиксируют, вот эти вот движения все. Потом пишут, допустим, вы плавали столько-то. Потратили калории столько-то. Вот знаете, не с первого раза Грузия меня приняла. То есть с первого раза мне что-то прям как-то вот все непонятно было, что там Юру восхищает. Но вот сейчас, уже поездив вот на экскурсии, посмотрев с людьми, познакомившись, допустим, вот Эдуард, да, с которым мы ездили на экскурсию, экскурсовод, он вообще тут, здесь люди, там люди поехали на экскурсию, весь день ездили, ну, с 2 часов до 12:30 ночи, то есть там сам Эдуард уставший весь никакой, ну, в смысле, он говорит, что он нормально себя чувствует, но дорога такая тяжелая, и эти... Туристы говорят, сколько мы вам должны? Он говорит, да ладно, типа, мы в следующий раз когда-нибудь сочтемся. Ну, то есть, как бы вот, я считаю, что гостеприимство здесь не знает границ. Хотя, конечно, люди есть разные, но вот за наш отпуск нам попадались только все доброжелательные, очень хорошие люди. И очень хорошее море, и замечательная вода. И не хочется совершенно абсолютно уезжать. Вода здесь просто изумительная. Сегодня мы целый день вообще отсюда уйти не можем. Чистейшая, прям чистейшая, как слеза. Корабль нас там военный охраняет. Ну, не военный, наверное, пограничный. Пограничник, потому что это граница с Турцией, которую мы будем вместе с вами переходить здесь. Находится она от нас в 10 минутах езды. Ну, 14 километров от нас, от нашей точки. 14 километров перешли, и вы в Турции, и там уже мечеть. Не знаю, видно, не видно, потому что мне сейчас все отсвечивает. Мечеть, сейчас там уже пели такой колорит, знаете, вот здесь. Граница такая черта. Здесь православие, а церковь стоит с нашей, с крестом. По-моему, попала в кадр. А там, не знаю, видно, не видно, минареты, мечеть. Вот, отделяет всего лишь одна единственная черта все это дело. А мы кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Потому что и забываем обо всем, и забываем обо всем. Так, ну что, три часа дня. Сейчас такое самое солнце, но оно здесь не жарко, вообще не жарко, вообще не жарко нисколько, нормально. Но хочется уже кушать, ребят. Хочется уже кушать. В общем, есть вариант поехать домой там покушать уже в каком-то кафе. Есть вариант здесь пойти покушать в кафе и еще поплавать. Поплавать хочется. Я со зрителями. Оксана, странно, что ты этот вопрос задаешь. С кем ты там? Нет, я людям рассказываю. Так что мы идем сейчас здесь кушать. Здесь напротив Три Флага. Он там, видите?
Три флага. Пойдем, там сказали, есть какая-то кафешечка, покушаем в кафешечке. Какая разница? Картошку везде, наверное, нормально приготовят, если брать картошку. Да и вообще, в принципе, все равно, что есть. Что-то чуть-чуть чем-то перекусить и пойти опять плавать. Потому что вот это вот место просто вообще фантастическое для плавания. Очень-очень чистый пляж. Людей немного, вода чистейшая. Вообще красота, никто не ходит. Ну, нет, ходит женщина одна туда-сюда, туда-сюда. С кукурузой или с чем-то, не знаю. С кукурузой и с малиной. Вот. Но она здесь одна ходит. А на том пляже, который у нас в Батумске, центральный, там ходит их с десяток, совсем с чем угодно. Ну, а здесь даже, вот видите, свободные шезлонги есть, комфортно. То есть расстояние между шезлонгами. Пойдемте посмотрим, что здесь можно покушать. Здесь какой-то клуб ночной. King Premier Slot Club. Клуб ночной рядом с церковью. Кстати, пока мы здесь были, здесь стояла очередь, границу переходить большая. Сейчас уже не стоит. А, вот, ресторан написано, да. А это, наверное, домики сдаются здесь. Домики прям с непосредственной близостью у моря. Вообще красота. А мне здесь нравится, нравится, нравится. Магазинчик есть. О, кафешечка на улице. Вообще шикарно. Вообще шикарно, шикардос. Можно на улице посидеть. Можно, наверное, в помещении сейчас посмотреть, работает там кондиционер или нет. О, кондиционеры работают. Так, менюшечка, очень хорошо, что здесь менюшечка есть, что можно все посмотреть. Цены хорошие, салат 10 лари, это 200 рублей. Баклажаны с грецкими орехами 7 лари на 24, умножаем. Супчики разные. Цыпленок. Ну все, все аппетитно вроде бы. Цены хорошие. Цены как везде, да. Здесь по 10. Ну, может, чуть дороже, зато есть арбуз. Арбуз я очень хочу, поэтому я прям буду сейчас тоже арбуз здесь. Кофе холодный. Правда, кофе холодный вот последний раз я пробовала, чуть мне не особо понравилось. Жакури 14, а вы за сколько брали? Уютное такое. Он не заказал, а ты спросила, вам тоже хлебушка не надо? Он сказал, не надо. Нет, только что. Нет, зачем хлебушек? А. Хлеб зачем? Ну, не нужен, да. Хлеб не нужен, потому что здесь порции очень такие большие и эти питательные очень. Так, ну вот что касается вина, вот говорят, что в Грузии вино не делают плохое. Но я хочу сказать, что очень сильно отличается домашнее от бутылочного. Вот я белое не люблю вино, не любила раньше, потому что я всегда покупала бутылочное, мне не нравится вкус. Но вот то вино, которое здесь домашнее, вот, которое подавали нам в ресторане, куда нас завозили, потом вот у Оксаны в отеле, у хозяина там домашнее вино, вот оно вообще, это просто, вот, понимаете, оно даже не вино, это квас с виноградным вкусом каким-то. То есть там не чувствуется алкоголя. Здесь вино какое-то вот уже из бутылки, у него обычный вкус вот обычного бутылочного вина. Вот. Значит, 6 лари. 6 лари стоит здесь бокал вина, и 20 лари стоит литр вина. То есть, ну, 20 лари, это сколько? 480 рублей, да? 480 рублей литр стоит. 6 лари на 24 умножить, это сколько стакан? Ну, не дешево здесь вино, допустим, стоит. 6 лари, 150 рублей. Ну, выгоднее бутыл. А пиво сколько стоит у вас? Я не знаю. Не посмотрели вы на цену? Ну, тоже что-то порядка, по-моему, 5 лари, или нет? Или 3 лари? Честно, не знаю, сейчас я не знаю. Ну, ладно, потом, скажу, да, скажут, что вкусно, мы не посмотрели. Я люблю, я его пью 2 раза в год. Один раз, когда в Таиланд прилетаем, от жары, влага, я вообще, ну, постоянно мокрая, мне не хватает. Я как это туда заливаю, ну, да. Туда выливаю. Да не, море вон оно, вообще красота, прелесть просто. Арбузик 6 лари, по-моему, 10. Арбуз не знаю. 10 лари, по-моему, арбуз. Стоит 6 лари. Арбуз здесь сладкий-сладкий. Ничем не отличается. Обалденно сладкий. Как мы вчера ели. Отличается от дома? Нет, я имею в виду арбуз сладкий. Эдуард, который вчера покупал. Обалденно. Хорошо сидим.
Это, знаете, у меня будет, ну да, у меня название такое для видео: в восторге от отдыха в Грузии. Чтобы вот все названия такие были. Потому что каждый день испытываешь какой-то новый восторг. Так, вот такую вот картошечку. Не на сковородке принесли, но с чесночком. Мяско здесь, в общем, помидорчики, картошечка. Давайте, как всегда, по традиции пробовать. Ты можешь мне рукой махнуть? В общем, то, что я скажу. Сковородочка, не сковородочка. Мне кажется, картошку жареную ее очень сложно испортить. С мясом тем более и с помидорками. Вкусно. Но подача вот в предыдущих ресторанах, где мы были, была интереснее, цена меньше, демократичнее. Но здесь на пляже, поэтому цены выше, ценник выше. А так, конечно же, вкусно. Так, 33 лари умножаем на 24. Ну, итого получается 14. 14 стоит вот из картошка, 10 стоит арбуз и 6 стоит вино. 33 лари. Красота. В общем, после вкусного обеда по закону Архимеда. Ну, правда, обед это у нас совмещенный, наверное, с ужином 16:24 времени. Посидели, видео загрузили в интернет. Давай, что у нас тень ушла. Тут проще подвинуть. Тот момент, когда проще подвинуть лежак, чем зонтик, да? Так. Все. Иду заныривать. Все идем заныривать. Смотрите. Людей немного. Боже мой, какое-то испарение от моря идет. Горы в такой легкой дымке. Правда, какая-то пена приплыла. Немного. Красота. Уходить совершенно неохота. Сейчас, вы знаете, такое самое время офигенное просто, обалденное. Но мы все подзагорели. Мы что-то ожидали, не ожидали, что мы подзагорим. А солнышко здесь активное, несмотря на то, что, ну, не настолько жарко. Солнышко активное. У меня так лицо сгорело. У меня лицо все красное. Красное все, все. Сейчас идем, значит, здесь везде мы пользуемся Яндекс.Такси. Работает. Но помимо этого есть еще, вчера нам сказали Максим, по-моему, такси, сказали, что оно еще дешевле, чем Яндекс. Но Яндекс, чтобы вы понимали, по городу мы ездим 5 лари. 5 лари это на 120 рублей. По городу мы ездим, вот расстояние там 10-15 минут, 120 рублей ты проезжаешь. Ну, здесь, наверное, сейчас будет чуть подороже, сейчас посмотрим. Но место прям, вот знаете, даже оно мне чем-то напоминает Мармарис. Природа такая же, как в Мармарисе здесь. Потому что вот здесь вот эти вот все зеленые холмы идут. Прям один в один. Один в один, как в Мармарисе. Место чистейшее. Вот когда говорят местные, что если у них хорошо, значит хорошо. Здесь меня спрашивают, есть здесь автобус, в смысле... Меня спрашивают, есть ли здесь отели. Вот здесь вот смотрю, квартиры сдаются. Сдаются квартиры. Прямо на берегу. Все, в общем, не в ту сторону пошли. Отлично. Желаем, значит, хорошо. Надо было в сторону границы идти. И здесь море такси стоит. И можно спокойно заказать. В общем, также назад 20 лари. В общем, дорогие друзья, на этом моменте я с вами прощаюсь. День у нас сегодня такой насыщенный, что мы пришли, даже немножко полежали, собрались. И сейчас здесь есть хозяйские велосипеды. Ну, как хозяйские? При отеле они бесплатные, то есть вы можете брать абсолютно спокойно кататься на них. Поэтому мы сейчас поедем смотреть на закат к морю на велосипедах. Но это будет уже совсем другое видео, потому что, как всегда, по времени мы уже, мне кажется, даже уже переборщили вот сейчас к концу. Всем, как всегда, желаю добра, удачи, позитива. И совсем скоро увидимся с вами вновь. Будет велопрогулка по Батуми. Пока-пока.